Я Саят Там, мой меч поможет тебе. Рэдбол. По сюжету Брайана Жака. Рэдвелл. Восьмая серия. Боевые планы. Автор сценария Мишель Гудиф. Разбили лагерь прямо перед нашим носом. Они близко и вместе с тем далеко. Я думаю, Клуни все точно рассчитал. До дюйма. Смотрите, как они суетятся. Честно говоря, Клуни единственный, кто нам страшен. Без него они просто стая крыс. Надо наточить наши пики и мечи. Срубите в саду деревце. Что это ты затеяла, на ночь глядя? Матайес прав. Мы должны избавить аббатство от Клуни навсегда. Пошел прочь, ленивый истукан! Прочь! Все вы, предатели, ждете моей смерти! Прочь, не то убью! Он чокнулся. Может, убить его? А, где тебе, подлый трусишка? Заткнись! Я это сделаю сам. Обещаю вам, что еды будет вдоволь. Завтра утром я буду вашим вождем и каждому дам кусок сыра. Скорее, скорее. Констанс давно ждет. Как я устала от борьбы. Когда это кончится? Когда добуду меч. Если найдешь Асмодеуса, то как? Ты убьешь его? Не знаю. Я боюсь за тебя. Ой. Я справлюсь. Что ж, пора кормить стражу. Наверное, каждый борется по-своему. Я знаю, ты очень смелая. Удачи! Следишь за мной? В Брэдворе новости. Выкладывай, хорек. Они придумали оружие для борьбы с тобой. Но это еще не все. В лагере готовят переворот. Кто? Измена. Сырник, ко мне. Быстро. Сырник, ты вчера отлично показал себя. Спасибо.
Думаю, ты заслуживаешь награды. О, спасибо! Будешь моим помощником. Сегодня я лично поведу всех в атаку, а ты останешься за главного. А? Спасибо! Здорово! Я буду главным! Толстяк! А? Сюда! Эй, ты, грабля, разыщи хорька. Скажи ему, чтобы он продолжал шпионить. Понял меня или нет? Теперь я начальник. Выполняй! Пиво! Там что-то происходит. Удвой охрану. Констанс, ты молодец. Ты гений. Надо же такое придумать. Будем держать Клуни на прицеле. Здорово. Не хочешь рассказать об этом остальным? Нет, ведь аббат не одобрит. А, ты права. Слушай, давай опробуем. Ух, недолет. Пока. Слуховые окошки уже почти готовы. Ну а как наш арбалет? Нужно утяжелить, чтобы погасить отдачу. А? Прости, я же сказал, попадешь. Живо! Поднимайте! Защитнички устанавливают большой арбалет на стене. Вождь! Скажи сырнику, чтоб просмотрел план атаки. Он в палатке. Ты хочешь? Быстро! Я что, все должен делать сам? Как мы можем спугнуть их? Я все рассчитаю. Думаю, лучше дождаться захода солнца. Он просил посмотреть план атаки. На случай, если чего забыл. Наконец-то меня оценили по достоинству. Прочь дороги. Еще 2 градуса. Вперед, жалкие помощники! Все, больше не повторяю! Ты, лентяй, будешь знать, как медлить! Ха-ха-ха!
Конец. Клуни убит? Да. Мы грустим даже о такой заблудшей душе. Давайте поищем плюсы. Смерть Клуни принесет в аббатство Редвелл мир и спокойствие. Это было необходимо. Верно, ты прав. Мы очень благодарны тебе, Констанс. Пора убрать стражников со стен. Извините, не лучше ли подождать, пока не уйдут все крысы? Согласна, тут что-то не так. Коль скоро Клуни покинул этот мир, мы должны вернуться к обычной жизни. Прошу снять охрану. Иди на кухню, Матаис, и попроси брата Хьюга и Конфлау готовить угощение. Напасти миновали, и надо отпраздновать этот дар судьбы. Мы устроим праздник, праздник прощения. Корнфлау, что-то мне подсказывает, что рано праздновать победу. Свобода! Теперь я найду меч Мартина. Зачем он? Ведь Клуни убит. Редвелл будет в опасности до тех пор, пока меч не вернется. Где взять силы, чтобы выдержать все напасти? Это кара для предателей. Кое-кто в моей палатке примерял мои доспехи. Сырник спелся с нашими врагами из Редвелла. Эта стрела искала меня. Кто еще решил обдурить Клуни? Победа за нами! Коварный Клуни ночью будет в аббатстве! Да! Да здравствует Клуни! Да здравствует Клуни! Ты не рада, что все кончилось? Клуни мертв, осаду снимут. Не уверена. Они не уходят. Что-то не так. Но что? Живей, толстый уволень! Действуй! Я погиб. Посмотрим, как они запоют сегодня в полночь. Спасибо. Победа! Помянем в своих молитвах всех, кто пал в сражении с обеих сторон.
спасибо за мужество и терпение в это трудное время. Поднимем бокалы за долгий мир и спокойствие в аббатстве Редвол. За Редвол! За Редвол! Исти угощение! Вкусно пахнет! Еп-еп! Ура! Еп-еп! Ура! Еп-еп! Ура! У меня тревожно на душе. Что делать? Аббат сказал снять охрану, но про слуховые окошки он не говорил. Бэзил, хочу проверить свои подозрения. Все спокойно? Эти твари, наверное, уже поели и спят себе. Пусть только сунутся, мы зададим им жару, запомнят надолго. Вернусь, пока меня не хватились. Спасибо, милая. Ты появилась вовремя. Мы так соскучились по вкусной горячей пище. Суп и правда горячий. Слушайте меня, они не умеют воевать. Легкая добыча. Кто ослушается моего приказа, тот умрет. Так, вы двое, вперед. Проверите, все ли тихо. Редвол, тревога! Крысы! Крысы на стене! За это! Корнфлоу! Что это горит? Вы никчемные твари! Внимание! Пли! Темно и далеко. Беречь стрелы! А
ты говорила, что храбрости не хватит. Я так боюсь. В тебе живет душа воина, детка. Ты обязана быть смелой. Молодец. Спасибо. Я вся дрожу. Карклау, суп такой вкусный. Может, еще осталась пара порций, о? Нет, но я сейчас принесу. Прочь, никчемный смрад! Как же я ошиблась! Ты почти попала в него. Ничего, в другой раз попадешь. Только с мечом я одолею Клуни. Меч, вот что главное. Нельвана Лимитед, Альфа Нилко Продакшн совместно с Молитор Продакшн ЛТД. Режиссер Реймонд Джей Флайс. Телеверсия Стива Робертса. Композитор Стефан Худеки. Совместное производство Канада, Франция. Фильм озвучен фирмой СВ Кадр по заказу телесети ТНТ в 2002 году.